Я живу в России уже 21 год. Чувствую себя по-настоящему русскому. А в Америку бываю редко. Ну, может, слишком редко. Люблю русскую землю, и мне очень нравится жить в Красноярском крае, на самом деле. Я всегда рад гостям на своей ферме, ну и не прочь сам заглянуть вот так вот в гости. Конечно, мне интересно, как живут другие фермеры. Люблю послушать, какие планы, идеи есть у людей. Да и сам могу какой-нибудь полезный совет дать. Очень рада познакомиться с Джастасом. Нам, как людям, которые занимаются своим хозяйством, найдется о чем поболтать. Да, точно. Не против я пообщаться и с журналистами. Принимаю участие в различных проектах и с радостью прихожу в гости на телеканал «Енисей». Рассказываю о том, что нового происходит у нас на ферме и как вообще живет поселок. Здесь, в любимой стране, кормит земля. Главное не лениться, трудиться и, конечно, ко всему относиться с улыбкой. Ведь в крае, где мы с вами живем, есть все, что нужно для счастья. Красноярский край – это мой дом. Люблю эту землю.